Уважаемый Руслан Викторович, мы родственники осужденных. Мы вынуждены к вам обратиться как к правозащитнику, так как МВД РК и КУИС РК абсолютно нас не слышат. Абсолютно. Мы, родственники осужденных Республики Казахстан, обращаемся к министру МВД и председателю КУИС Республики Казахстан, что мы не согласны с решением начальника медицинского отдела КУИС МВД Республики Казахстан Шайдулиной Жанар Ибраевны о приостановлении по всем регионам Республики Казахстан длительных и краткосрочных свиданий. Шайдулина, ссылаясь на пункт 3 приложения номер 24 постановления номер 32 от 14.07.2021 года, не вникая в смысл данного пункта, ограничивает осужденных и их родственников в предоставлении им краткосрочных и длительных свиданий, положенных согласно Уголовно-исправительного кодекса Республики Казахстан. Предполагаем, что Шайдулина некомпетентна в своей деятельности, так как не является главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан, производит внутренние распоряжения, противоречащие постановлению ГГСВ РК номер 32 от 14.07.2021 года, где в пункте 3 приложения номер 24 указано, что в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 в красной зоне приостановить въезд и выезд, вход и выход из учреждения лиц, подлежащих этапированию перевозки из учреждения УИС, кроме персонала.